большая, блядь. Что за пиздец? О, боже. О, да. Нет, это от них же. Это типа ранняя версия, что ли, что-то типа того. Ну, поехали. О, ух ты, блин. У меня такое ощущение, что я Марио 3 прохожу сейчас, нет? Что такое «не»? Что такое «не»? Интересно. Да, он садится умеет. Вау. Что-то с них падает еще. Что такое «не»-то было? Я что-то ничего не понял. По-моему, не, это не надо играть в эту игру. Теперь хилка еще не спавнится. Охуительно. 10 из 10, блядь. Что за «не»? И почему я не долетел в прошлый раз? Не надо! Ваня! Да ты себе дурак, что ли, блядь, по-твоему? Нахуй надо мне это? Твой вот ванап. Подката нет, кстати. Чего, блядь? Алло. Тут есть чекпоинты? Тут есть чекпоинты? Да нихуя себе, блядь. Не, ты понял, тут чекпоинты есть. Хотя какая разница, блядь. Чую, будет духота. Очень чую, будет духота. Духота, 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 та 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 духота. Ну же Боссман выбрал. Ты думаете, это хорошая игра будет, что ли? Вообще я буду тут, блядь, каждые 2 минуты умирать. И начинать сначала. Пока я перфекционирую, блядь, свои движения. Я не понимаю, почему сердечко исчезает. После того, как я его поднимаю. Это что, блядь, за одноразовая хуйня какая-то? Блядь, у него такой взгляд, как будто он видел некоторое дерьмо. А, блядь!
Хуительный прыжок, конечно. Пиздец. Чего? Да ничего. Ты же повар, хуёвар. Чего? У меня хп сегодня будет вообще? Не? Что не враг, то я дамаг обязательно получаю. Чё за бред-то? Ну, хп падает с них. С них падает хп. Как часто? Ну что, блять, ты Powerblade выбрал, ну? Так, это я сейчас попаду куда? Это я сейчас попал туда, куда мы не могли допрыгнуть в начале? А ты умеешь вверх стрелять? Нет, конечно, а зачем? А кто ролл выиграл? А угадай! Не. Чё за не, блядь? Силька? Нет. А ничего, что здесь вверх стрелять нельзя? Ничего? Как бы, ну, враг появляется, блядь, над головой, и ты вверх стрелять не можешь. Это так классно. Да я, блядь, реально не успеваю. Как, блядь, усилить хоть что-то, блядь, в этой игре? Алло. Пиздец. В смысле? Да в смысле? Как? Бля, игра какое-то говно. Ей-богу. Да боссман это выиграл. Кто еще может выбрать это? Это Power Blade. Музыка та же. Персонаж немножко другой. Почему-то вверх не может стрелять. Ну что это за бред, блять? Окей, нормально. А вот эта музыка какая-то новенькая. Знаю одного стримера, который добавил эту игру в список. Юкионик. Хоть пометили, что я прошел бы уровень-то, нет? Еще Фабино. Фабино уже, блядь, не стримит сколько. Они дохуя ли вы ему хп-то дали, алё? Че, блядь, глючит-то все время? А можно мне павера чуть побольше, ну? Хо-хо. Ёб твою мать. Еще интересно. Что, ну. Меня еще. Я еще не коснулся до пламени, но меня уже задамажило. И это еще что за хуй? Как тут получить повар?
еще за бред? Да чушь какая-то. Блять, боюсь. О, тихо. Да, спасибо, ёпта, игра. Да ну а чё, он может будет, блядь, как-то отходить, что ли, я хуй знает. Да ну. Ты троллишь меня? Да как я должен был? Ух ты, блядь, нихуя. Что? Да. Может, ты все-таки научишься вверх стрелять, потому что, ну, если ты вверх не стреляешь, это сранина полная. Дому дороги. Дому дороги. Сибуар зай за хвост. Дикость играет, а дикость. Недоделанная херота. Дому дороги. Дому дороги. Спасибо, боссман, за хвост. Что-то там Варза играла. 5 Гарри Поттеров. Сейчас бы Фабино дядькой называть, ёпта мать. Он нахуй дядька, блять, ему сколько, 23? Так, видимо, ему лучше, я хз. Не мне судить. Шкура. Шкура, а не игра. Так. Пиздец. Ты издеваешься? Ты издеваешься? Серьезно? Окей, я просто думал, что я умер. Ладно. Просто обычно в Powerblade ты падаешь вниз и все, привет. Блять. Да ну ты прыгать-то будешь сегодня? Бля, ебать. Здесь такой прыжок уебанский, вот кто б знал. Просто хуйня лютая. Ну просто что это за прыжок вот? Он едва, блядь, от одной платформы до другой допрыгивает. Я ничего не слышу, Гранд Мейдж затмил, блядь, своим присутствием. Все. Спасибо, Варзай, за 15 битцев. За вжух и все остальное. Ну, конечно.
Да иди ты нахуй, игра. Пиздец. Ты угораешь? Здесь просто отвратный прыжок. Ну, алло. Че, что за приколы, блять? Алло, алло. А дамаг ему сегодня будет наноситься или че, блять? Как же это охуительно. Как же это охуительно делать таких боссов, блядь. Я реально не понимаю, я его дамажу, нет, что, блядь. Пиздос. Боссман, ты гореть, блядь, будешь в аду, нахуй. И ролл ты, блядь, больше никогда не будешь выбирать. Да кто еще-то мог выбрать эту дичь? Конечно, боссман, блядь. Какой в пизду повер, блядь? Ты, блядь, вообще, боссман, понимаешь, что такое Power Blade, блядь? Power Blade — это, блядь, бумеранг. Так называется. Power Blade. Какой повер, блядь, еще? Наркоман. Повар в этом, он, блядь, в паник-ресторан сидит. Эдгар Дэй. Боссман? А когда он выбирал что-то ненервное? У него какой-то этот... Фетиш на молоденьких, я понимаю. Мне что-то еще надо объяснять, что в этой игре происходит. Чего? Ничего. Хорошего в этой игре не происходит. А я вместе со своим этим паник-рестораном, блядь, про... Про молодого повара, блядь. То есть, старичок усатый его уже не устраивает. Молодняк подавай, блядь. Ишь какой нахуй. Хитрец. На старых уже не фапается. Не нравится повар Милфа ему, блядь. А, какой... Что происходит? Да говно какое-то происходит.
Что будет, если я влево пойду? Нихуя не будет. Шкубиду папа, папарапам, парарарам. Происходит то, что боссман нас подставил. Спокойной ночи, Варзай. Чего? Каких еще молоденьких повар? В смысле, каких еще молоденьких? Ты что, тебе не нравятся молоденькие милфы повара? Что, блядь? Паник ресторан не видел? Там усатый повар, знаешь? В японской версии он без усов и молодой. Ну вот, боссман, короче, фапает на него. Все ж просто. Молоденькие милфы звучит странно. Блять. Чё это за хуйня? Объясните мне, блять. Это бред. Вот, вот теперь нормально. Платформы не синхронизируются, блядь, прикинь. Да ебаный рот. Да вот чё это? Я ж не уходил никуда. Да и как? Блядь, какая-то хуйня, не игра. Если бы это был Power Blade, мы бы умерли бы уже раз 100. Ты чё не допрыгнул-то, блядь. Я даже не знаю. Сука. Я даже не знаю, что сказать. Я застрял в центре платформы. И это было охуенно. Наверное. Не знаю. Ну я тебе говорю, он там, бля. У боссмана там какой-то фетиш опять на этих его поваров непонятных. И чё? И чё я должен делать, блядь? Я до него не докидываю тупо, блядь. Чё это за хуйня? Я тупо до него не докидываю, пауэрапы никакие не падают, блядь. Что я должен делать, блядь? Какого... Кто нахуй в здравом уме эту игру, блядь, вообще куда-то выпустил? Пиздец. П. Вау. Это павер. Судя по всему. Типа усиленный. Да какой еще Павел? G. Что значит G? Ну я понимаю, что оно мне дало как раз полоску П. То есть все-таки так можно, да? Окей. Это значит, какая проблема?
В этой игре, блядь, врагов нету ни хера. И это нахрен проблема самая главная. То есть ты идешь и никого нет. Окей. Ну и сколько я тут буду сидеть? А тут время нету, да? В пару Блэйди было время. О, было время, блять! Это не так работает здесь. Вот эта полоска P сверху. Это показатель дистанции броска. Чем выше полоска, тем дальше он кидает. Но для нее нужно набрать G. Я не знаю, что такое G. Что это может быть вообще? Чисто гипотетически нахрен. Ну как в Power Blade, да. Это и есть, блин, Power Blade. Только недоделанный какой-то. Неофициальный приквел. Про приключения большеголового мужчины. Хуяло. Еще. О. Уже посерьезнее. Вопросом, конечно, остается, а что будет, если я умру? Фулненько. Нихуя себе. А второй, конечно же, бросать нельзя, да? А правильно, а нахуя? Это пиздец. Это пиздец. Читер. Я читер? Чё это я читер? Ты игру эту видел? Огонь. Серьезно, я даже не понимаю, дамаг порой проходит, нет? По врагу. А, боже. Зря. Кошмар. Я эту игру нахую вертел, боссман. Блять, и Пайер проебался. Конечно.
И тебя вместе с ней, между прочим. Выбиратель 228, блин. Да я ебу, блять, да что? Чика-чика, че ты, Грандмейдж, хочешь сказать, не будь жесток? Нахер иди, нахер иди. Нахер иди. Знаю я это твое, блядь, чика-чика. Да нет? А чё ты хотел? Ух ты, блядь. Просто? У тебя просто не бывает. А, ты розы достал свои, суча. Как? Да как это? Ты нихуя себе! Это нереально. Это, блядь, просто нереально. Да какого? Да как это проходить-то, блядь, вообще? Чё за ебота какая-то, а не игра? Ну что это за хуйня? Пиздос, блядь, заново все фармить, блядь, опять. Ты ебаный рот. Эта игра, она полная хуйня. Чего? Ничего, иди в жопу, боссман, блядь, выбиратель 228. Выбрал, блядь. Тебя также в роддоме выбрали, похоже. О, смотри, выглядит неплохо. Молодой какой, блядь. Чё такое, не, блядь? Что это? Это не количество бумерангов. Что это может быть? Это не жизнь. Не, ничего. Your English is beautiful. Welcome to Oxford, my dear friend. Ёпта. Сверху? Да, это бомба. Только она не работает. Ба. Как в первом Powerblade. Я думал, сейчас зайду, так, короче, нажму селект. А она просто такая, знаешь, исчезла. Клево. Тугой фарм здесь, пипец просто. Почему нет двойных, блять? Ей, это энерджи танк. Скорее всего. Типа ХП восстановить полностью. Ну вот. Окей, я понял, что такое не. Не мы больше не берем.
Не, не надо брать. Но не нужно. Спасибо еще за хост. Здрасте вам. У нас худшая игра текущего поколения. Называется Power Blazer. Наш модератор Blazer здесь вообще ни при чем. В этой игре потрясающий фарм. Присаживайтесь поудобнее. Можете даже расчехлить, я не знаю. Потому что это все отвратительно надолго, похоже. Да блин, дайте П. Ну, паверу, ёпта. Нет, это не хак. Это прототип Power Blade, судя по всему. Чё там и чё стримило? Да я чувствую, она это, ну как обычно. Я вся такая веселая, счастливая, я стримлю, короче, куча 100-500 квестов я сделала. Все, я вас отправлю к Андрейкину. Девочки не храпят? Да ну а в смысле? А она так делает все время? Я больше чем уверен, она отправляет людей. И все. И исчезает. Я у нее спрашиваю, что играла, а она не отвечает. Ну явно это... Спит уже. Тихо, 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 тихо. Какие гадости ты пишешь? Зачем ты пишешь гадости в чат? Че ты хихикаешь? Ты гадость написал? Ты в курсе? Чего это, блять? Че это она не спит? Алло? Не понял сейчас. Жи. Почему этого человека до сих пор не забанили за эти хосты? Я не понимаю. Кычи играет игры. Ну, она... Ты заметил, кто этот клип сделал? Это просто подтверждение моей теории, что она именно так играет в игры. Да, это бред.
Я не знаю, как это проходить. Это хуйня полная. Хитбоксы говно. Персонаж прыгает как говно. Не уворачивается. Все, короче, я пошел спать, блядь. Я не могу в это играть, блядь. Это кусок говна, блядь, серьезно. Игра говна, уровень говна, декорации говна, враги говно и развалится как говно. Ну это не играбельно, реально. Хуйня полная. Дай другой уровень посмотрим. Сюда, допустим. Да ну это чушь. Полная не игра. Не, ну кто реально... Пиздец. Тот, кто сделал этот прыжок. И эти хитбоксы, блядь. Тому человеку, блядь, нужно в ебало прописать просто, блядь, битый бейсбольный. О, так это ты сделал, блядь. На тебе нахуй. Пиздец. Это пиздец. Это полная хуйня. Ты что, издеваешься? Да ну вот, что я должен делать здесь? Пиздец, блядь. Эта игра лучшая, во что я играл. Когда-либо. Я чую, боссман реально больше не будет выбирать ничего. Вот за эту игру. Чё, ругаешься? Поиграй в этот хлам. Господи. Чё я ругаюсь? Меня же разбудил. Пизду спать. Спать, что сюда приходишь? Стрим выключил, пошёл спать. Да ну игра, пожалуйста. Лестницы не работают. Серьезно, лестницы не работают. Ключевой элемент, блять. Игры не работает. Прыжки... Хуйня. Стрельба хуйня. Просто что это? Ну конечно. Ну конечно. Да. Угу. Я не понимаю эту игру. Персонаж мне никуда не долетает. И по какой-то причине еле прыгает. Ты, ну ты залезешь уже, нет? Труп. Чё шли? Боже. Дай угадаю. Мы сейчас придем, и тут будет босс супер быстрый, с которым я не смогу сразиться. Никак. Что это, блядь, за поделка на костлу? Чё это? Почему птица цвета неба, блядь? Объясните мне. Что это за хрень? Это называется, мы проебались и забыли, короче, разукрасить ее. Угу, блять, Ленинов нету. Я сегодня видел картинку такую охуительную. К
видно на экране, стоит экран, кусочек экрана, знаешь, не целиком, а кусочек. И на нем видно, что кто-то играет в героев, в третьих. И знаешь, сбоку из-за экрана, короче, голова Ленина. Гипсовый, это что, бюст. Просто такой вылезает. Строй мавзолей. Окей, просто. Чё за странно... Да чё, павер на один удар, что ли, не пойму, или чё? Нихуя! Ниху... Спасибо. Чё? Такое ощущение, что павер на один удар дается. Блять, я что, в лимбо попал? Что происходит? Б это бомбы. Е это энерджи танк, скорее всего. Блять, конечно, сердечко исчезает. Да, здорово. Куда мы идем? Пиздец, там столько хп сейчас, блядь, проебано. Это хуйня какая-то, не игра. Столько хп, столько патронов всяких разных. Я туда не буду прыгать, потому что этого дебила, блядь, хитбокс просто с километр. Сейчас прикинь тупик. Вот это будет прикол. А там тупик по-любому. Ты думаешь, там платформа будет? Мы что, тебе просто так ванап дали? Мы тебе его дали, чтобы ты слился. Босман, поведай мне и всему чату, зачем ты выбрал эту игру? Фраза типа, ну павер же, это меня не устраивает. Блять, что за хуйня? Ты серьезно, как я должен это перепрыгнуть? Как я должен это перепрыгнуть, блять, он стреляет каждую секунду. Я не успеваю долететь тупо. Чё это за... Как это работает? Чего, блядь? Бумеранг залетает ему за щит и начинает там у него крутиться? Хуйте, ну. Игра просто... Вау. А можно? Кривые, сука, лестницы. Что это? О, боже.
Просто. Кто-то в кослу, блядь, переиграл, что ли? Не пойму, когда это делал, или чё? Они всё-таки разукрасили птицу. Я тоже думал, она прозрачная просто. Херня. Я серьезно, в 80% случаев я даже не знаю, как увернуться. От чего-либо здесь. Да, койоты стали вещать громче, чем раньше. От того, что ты пишешь, боссман, что она красивая, она лучше не станет. Вот мы узнаем, что это. Да ну... Я настолько кривого управления давненько не видел. Да ты чё, троллишь меня, что ли? Здесь чекпоинт должен... Нет? Официальное сообщение. Я буду проходить эту игру неделю. Power Blade идеальный. Алло, блять. По сравнению вот с этим говном. Да, неделю буду это играть. А чё вы хотели? Поэтому, ну, боссман не выбирает больше игры. Выбрал хуйню, плати за это. Столько нервов, сука, мне измотал уже. Пиздец, я даже начало этого уровня не могу пройти. Ну чё это за хуйня-то вообще? Как я прошел первый уровень? О, господи, блядь. Нет, под такой поденсить-то можно, конечно. О боже. Здесь есть какая-то особая машина. Если кинуть бумеранг за противника, то он ему за спину.
просто залетит и останется там, пока противник не сдохнет. Женя, почему ты не спишь? Это раз. Два. Во что ты играла? Почему ты мне не отвечаешь? Ленивая жопа. Как же это охрительно. Ходил в тайную комнату. Ясно. А сейчас? Ответишь мне, во что ты играла? Bad movie. Да, угадаю, какой-то псих. Откуда? Клёвая игра. Огонь. А ХП будет сегодня уже? Нет? Или тот же? Ну и за спину мы залезем. Пипец, они, конечно, ХП им тут наделали. Откуда они падают-то, блядь? Я даже не понял нихера. А, вон висит. Ёба мать. Дамс. Не, игра огонь. Если не играть в нее. Примерно так. Я не знаю, как из этой... Как вот из этой игры сделали нормальный Power Blade. Я просто без понятия. Я в шоке. Это просто сейчас... Это не доигра. Да ну. Ты, блядь, прикалываешься. Да. Успеть реально, да. Угу. Да-да-да. Успеть реально. Угу. Угу. Реально успеть, да. Да-да-да. Где враги все, блядь? С кого тут ХП, блядь, выбить? Да это пиздец какой-то. Чё это за игра? Почему она такое говно? Я не понимаю смысл. Смысл делать, блядь, 4 врага, с которых вообще ничего не падает. Если ты убьешь их штук 10, то да, может быть, тебе что-то упадет, блядь. Это как вообще? Как они это... Как они пришли к этой идее, я не понимаю. Я не знаю, Grand Mage.
Может быть, это будет первый дроп? Без понятия. Но мы один уровень уже прошли. Может быть, остальные сможем. Ваня? Охуительно. Это просто... Это лучшее размещение врага. Это просто лучшее размещение врага, блядь. Джекл не сложный. Он мне просто не нравится. Не нравится эта игра. А это? Это говно. Неиграбельная. Басман, ты пытаешься сейчас умничать, что ли, блядь? Не пойму. Американки делают там. Да-да-да-да-да-да-да. Ага-ага. Да-да-да-да-да-да-да. Сейчас пойдем найдем, короче, японку этой японки. Угу. Может, полегче будет. Не, ну это здесь просто как-то идеально нужно проходить. Как-то так. Босман, босман. Чего? Пиздец, что? Чё, блядь, за карандаши кругом? Нахуй с ним? Зато энерджи танк, да, замечательно. Боже. О боже, у меня сейчас, блядь, мигрень начнется нахуй. Из-за этой игры. Это просто пиздец. Где они хотят, чтобы был чекпоинт в этом уровне? Я не понимаю. Я уже, блядь, половину уровня прошел. Если не больше. И до сих пор никакого чекпоинта нет. Ни чекпоинта, ни хп, которое выпадает, ни хп где-то валяется. Energy Tank, да, я согласен, да, выпал красиво, да, хорошо. Только, блядь, извините меня, он мне как бы на другом уровне, наверное, понадобится, или на 8. Хули я тут буду? Зацепись за лестницу. Пиздец. Одно прикосновение к этой херне, 4 хп минус. Это ж Боссман. Зачем ему DuckTales заказывать? Ты что? Он же эту игру, наверное, не видел. Ему же эту игру хочется. Как и всем, кто обычно, блядь, что-то выигрывает и выбирают какую-то хуйню. Я не видел эту игру, скриншоты прикольные. А что, тебе игра не нравится? Нет, блядь, не нравится мне эта игра. Она кусок говна. Представляешь?
Единственное, что игру спасает, это реально музыка, все.